Черная дыра, несомненно, самый странный и загадочный объект во Вселенной. Она образуется в результате катастрофического сжатия массивной звезды, исчерпавшей запасы водородного топлива. Любая черная дыра когда-то была звездой. Чтобы звезда могла превратиться в черную дыру, ей нужно быть достаточно массивной. Если Солнце сжать примерно до 5 километров в диаметре, оно могло бы стать черной дырой. Но у нас с вами нет повода для беспокойства. Солнце на эту роль не подойдет, оно слишком мало. Теоретические расчеты показывают, что масса звезды должна быть минимум в 3 раза больше, чем у нашего светила, а лучше в 20 и более раз. Чтобы понять, как образуются черные дыры, нужно понять, что такое звезда и как она работает. В основе жизнедеятельности любой звезды лежат два процесса. С одной стороны, происходят термоядерные реакции, приводящие к увеличению размеров звезды. С другой стороны, им противодействует сила тяжести, которая, наоборот, сжимает звезду. Эти две силы идеально сбалансированы на протяжении всей жизни, длящейся миллиарды лет. Но топливо не бесконечно, и когда оно заканчивается, нарушается баланс сил. Под действием собственной силы тяжести звезда начинает постепенно сжиматься, а сила гравитации на ее поверхности катастрофически быстро растет. В какой-то момент гравитация становится настолько мощной, что даже свет не может вырваться наружу, обладающий, кстати, просто фантастической скоростью 300 тысяч километров в секунду. И для нас, как стороннего наблюдателя, объект становится абсолютно невидимым. Каким же образом, не видя черные дыры, мы знаем об их существовании? Ответ однозначен. По их гравитационному воздействию мы можем выдвинуть гипотезу об их присутствии. Массу черной дыры определяет по траектории движения соседних видимых звезд. Ядро или центр галактики NGC 4261 примерно такого же размера, как наша Солнечная система, но имеет массу в 1,2 миллиарда раз больше массы Солнца. Такая огромная масса для такого маленького диска указывает на наличие черной дыры. На этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!